Высоких результатов добились и предприятия сельскохозяйственного комплекса. В Твери наградили лучших аграриев и работников перерабатывающей промышленности. Традиционное мероприятие проводится по окончанию уборочных работ. Аграриев и ветеранов отрасли поздравил губернатор Игорь Руденя. Тему продолжит Наталья Чекет. По итогам аграрного сезона в этом году в регионе увеличился индекс производства продукции сельского хозяйства. В 2022-м площадь посевов сельхозкультур составила более 120 тысяч гектаров. Увеличилась урожайность картофеля. Лидером стал Кисовогорский округ. За добросовестный труд всех работников отрасли поблагодарил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Это действительно очень высокое призвание людей, которые трудятся на Тверской земле. Это люди, которые своими рекордами, инновациями в животноводстве, растениеводстве внесли огромный вклад в развитие всего агропромышленного комплекса нашей великой страны. И важно, что сегодня все, кто присутствует в этом зале, достойно продолжают эти созидательные традиции. Тверская область гордится каждым из вас, всеми нашими предприятиями АПК, всеми работниками сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. За многолетний труд благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации удостоена Елена Даянова, мастер основного производства ЗАО «Хлеб». На предприятии женщина трудится уже более 20 лет. Рассказывает, что всегда хотела стать хлебопеком. Пришла простым рабочим, дошла, поднялась до мастера. Работа очень нравится. Директор у нас, отношения с директором отличные. Благодарность губернатора Тверской области вручена оператору животноводческих комплексов СПК «Новая жизнь» Бежецкого района Наталье Сахаровой. Наталья работает телятницей уже 30 лет. Ее главная задача – растить маленьких телят. Меня учила старая телятница, и она объяснила так, что маленький теленок, что маленький ребенок одинаково. Что один, что второй не скажет, что болит. Нужно просто уметь смотреть и увидеть вовремя. Больше раньше было ручного труда, сейчас что-то механизировалось. А так, в принципе, нет, все равно это работа с маленькими, это больше ручное и больше как-то души, мне кажется, в этом. Почетной грамоты губернатора Тверской области удостоен заместитель генерального директора аграрного комплекса «Скопа» Санковского округа Евгений Афанасьев. В хозяйстве занимается молочным животноводством, картофелеводством и зерновыми. Предприятие – поставщик продукции для крупных тверских и московских заводов. Урожайность в этом году выросла процентов на 20. У нас годные условия. Вот, и технологии немножко тоже. Там каждый год мы улучшаем. Вот, поэтому урожайность, конечно, с каждым годом у нас увеличивается. По зерновым 51,4 центнера с гектара. В честь награжденных работников АПК прозвучал большой концерт.